Всем привет! Вы на канале Кулинарная Семья. И сегодня я готовлю мясо с овощами. Очень вкусное блюдо, так что скорее же начинаем. Мне понадобятся вот такие 3 свиных стейка. Также овощи. Это баклажаны, кабачок, стручковая фасоль, болгарские перцы. Можно разных цветов, можно одного. Морковь, лук. Мясо я буду обмазывать глазурью. И для этого мне понадобится мед, горчица и соевый соус. Еще мне понадобится соль, перец, растительное масло. И еще добавлю любимые специи. Их можно использовать абсолютно любые. Для начала я посолю и поперчу мясо со всех сторон. И немного молотого перца. Перед запеканием я буду мясо обжаривать с обеих сторон. Разогреваю сковороду и наливаю немного растительного масла. Распределяю масло по всей сковороде и выкладываю мясо. Пока мясо обжаривается, я подготовлю овощи. Нарежу сначала лук. Лук я нарезаю тонкими полукольцами. Морковь нарезаем любым удобным способом. Я разрезала пополам и нарезаю вот такими полукольцами. Овощи отправляю в посуду, там, где будут они запекаться. Теперь нарезаю баклажан. Баклажан тоже можно нарезать так, как удобно. Я нарезаю вот такими кубиками. Кожицу можно очищать, можно оставлять. Я ее оставлю. Обжариваю слегка на одной стороне и теперь обжариваю на другой. Кабачок я тоже нарезаю вот на такие четвертинки. Отправляю к остальным овощам. И теперь буду нарезать перец. Теперь перец очищаю от семян и нарезаю. Отправляю перец и стручковая фасоль. Теперь все надо перемешать. Пока я резала овощи, мясо обжарилось. Мясо я обжаривала слегка с обеих сторон до легкого золотистого цвета. Теперь, пока мясо остывает, я приготовлю заливку для овощей. Мне понадобится растительное масло, любимые специи. Масло я наливаю где-то приблизительно 2 столовые ложки. Добавляю еще щепотку соли и щепотку шафрана. Это на любителя, можно не добавлять. И прованские травы. Растираю. Где-то щепотка тоже. И теперь заправкой поливаю овощи и хорошо перемешиваю. Все овощи хорошо перемешиваю. Мясо выкладываю сверху овощей. Теперь я готовлю глазурь. Мед. К меду добавляю горчицу и немного соевый соус. Буквально столовой ложки будет достаточно. И теперь глазурью обмазываю мясо. Форму я накрываю фольгой, но за 10 минут, 10-15 минут я ее уберу. Теперь убираю в духовку при 180 градусах на 40-50 минут. Ну вот такое очень красивое, вкусное, ароматное блюдо получилось. Все очень хорошо запеклось. Сейчас я разрежу, посмотрю, как пропеклось внутри. Но мясо очень мягкое, очень хорошо режется. Пропеклось идеально. Я желаю всем приятного аппетита. Готовьте вместе с нами вот такую вот вкуснятину. А я прощаюсь всем. Пока.